Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Ну что, дорогие друзья, мы опять идем в Баренцево море. Погода сегодня обещает вообще штиль. Там 1-2 метра в секунду. В заливе сейчас идеально. На улице сейчас градусов, ну, наверное, 7-8 тепла. Не холодно. Прям. Даже если рыбалка не удастся, то просто порыбачить в хорошую погоду, позагорать. Можно открыть шапку и загорит лоб хотя бы, а то получается, что загорает только эта часть лица. Может, хоть лоб загорит чуть-чуть. Все. Значит, рыбачить сегодня со мной будет Вячеслав. Идем мы опять на Кельдин Восточный, на площадя, на нашу точечку. Все, дорогие друзья, поехали. Ну что, дорогие друзья, очень быстро, реально быстро мы долетели до Кельдина Восточного. Я даже не ожидал. На море штиль полнейший. Небольшой накат, конечно. Лодка подпрыгивает иногда, но ничего страшного. Для буревестника это не страшно. Вячеслав летел не ниже полтинника. Я тоже шел не ниже полтинника. Пришли мы на точку. Спросили у людей, которые стояли там, ни у кого не ловится. Мы поэтому не стали больше нигде останавливаться, пришли на свою точку и будем сегодня, наверное, искать рыбу здесь. Как ощущения по лодке, Слава? Как идет? Да отлично идет, только холодно. Да, сзади особенно сидеть. И сзади, да и спереди. А так хорошо, быстро, комфортно, самое главное, волну режет. Бывает идешь, чувствуешь в воздухе, вода, воздух, вода, ну нормально. Отлично идет. Вот такой риб. Буревестник — это тема, на самом деле, мне очень понравилось, классная штука. Ну что, ждем поклевки теперь, будем надеяться, что погода идеальная и рыба хотя бы клевать будет, а то... 110? Отлично, а то бывает погода идеальная, а рыба не клюет, погода плохая, рыба ловится. Ну будем надеяться, ты не как вчера, значит, рыбачишь. Новые крючки мы с Лайк водили сегодня. Новую пунду с новым крючком. Все острое-острое. Будем надеяться, что клев пойдет сегодня. Рыба не клюет. Ходили-ходили, искали рыбу. Но нашли мы не рыбу, а тоже интересную штуку такую. Вот мы сейчас проходим. Как раз нам сегодня нужен был ящик. И он к нам сам попался. Давай. Первый улов есть. Санки. Я не знаю, что такое в море не встретишь. Сейчас найдутся люди, скажут, мои санки. Отдайте нам. Подписи нету. Бирки нету. Поэтому извиняйте. Зимой на рыбалку ездить будем. Что, дорогие друзья, на востоке у нас рыбы не было. Мы уже все обошли, перешли на ближе к северу сюда, к Кельдину. У Слайка жесткая поклевка, что такое шандарахнуло, хорошее, говорит. Я чувствую, что я зацепил, пробил ее. Наверное, за хвост. У меня подходит рыбка. У меня что же клюнуло? Я же не просто так тут рыбачу. Посмотрим, что у меня будет. О, какая. Смотри, это хорошая рыбка. Красивая. Не забагрится. Не зря я послушал Вячеслава. Вот, потому что я думал оставаться на своей точке, но послушал Вячеслава и решил перейти ближе к востоку и был вознагражден вот такой рыбкой уже. Сейчас посмотрим, что у Вячеслава там. Вячеслав напряжен. Ждем. Ждем, что же у нас там придет сейчас со дна морского, а, Вячеслав? Хорошее что-то? Не знаю я. Сколько там уже? А вот, вижу, белое. Нет, за хвост. За хвостик.
все равно хорошая рыбка, осторожненько ее. Тихо. Давай, Богор, она не уйдет. Да уйдет. Не уйдет даже. Стой, Богор. Стой, подожди. Давай, все. Жалко, все раз выпустили, Да, сегодня у нас с собой Богор. Пользуемся, но осторожненько. Молодец, Вячеслав. Работаем. И вновь у Вячеслава поклевочка. Сейчас увидим, что там, сколько там осталось. Приветствую. Ну, он идет. Реденько, но поклевывает. Давай, Вячеслав. Тут подымешь. Ай! Тихо. А тут реально нужен Богор. Видишь? Реально нужен Богорчик. Видите, что значит? У Вячеслава новые крючки. О. Все, раздирает все, да, Вячеслав? Уже багрич. Ну, молодец. Да, не клюнул, тупо зацепил. Повезло просто называется. Да. Ладно. Все вон побежали куда-то дальше, севернее, на сундуки. Ну и мы попозже к ним пристроимся. Пока порыбачим здесь, да, Вячеслав? Попробуем. А что, поклевывать периодически? Ну что, я дождался все-таки поклевочки. У Вячеслава поклевочка, но у него что-то маленькое. У меня тут покрупнее, кажется. Вот, слушайте, хорошие крючочки. Да что ты? Сил нет на второй день рыбалки. Сейчас уйдет. Да возьми ты за... Ты не взять. О, как он. За нос. Хорошая рыбка. Ну да, отлично. Килограмм 5 битых. Сейчас у Вячеслава посмотрим, что. У него маленький он говорит. Хоть бы окунь красный. Хочешь окуня красный? Хочу окуня посмотреть. Ну давай. Наверное, пикшенка. Либо треска очень маленькая. Либо село хорошо. Либо село хорошо. Сейчас увидим. Не, слушай, хорошая рыбина, что ты говоришь? Реально хорошая. Ого. Она сама бежала, слачки тебе. Это нам покоцанная вся. Тихо. Да. Я понимаю. Лодку-то мне не пробивай. Что у нее там? Где? А, вон. Где, не вижу. Зацепанул ее. А ты говоришь, маленькая пикшенка. Не, ну, хорошо зацепилась. Ну что, вновь у нас воют катушки, у нас по поклевочке. Вячеслав говорит, что-то у нее должно быть нормальное. Она потирается хорошо. Посмотрим. Запах. Опять запах. Богорчик тебе? Давай, Богорчик. На. Сейчас. Да, рыба не клюет, рыбу просто багрим и все. Ну, рыбка хотя бы размер хороший у нее. Неплохой. Ну, у меня еще 65 метров осталось. Ну, тоже рыбка, вон, зажимает хорошо. Погода вообще отличная. Да, Слава, наверное, пожалел, что, наверное, съел таблеточку. Нет, она уделишь и не будет. Но сегодня одна, не две не засыпаешь. Да, вчера съел две таблетки. Давно я такого не было. Я сижу просто на удочке вот так вот. Мне уже говорят, проснись. Мне уже не рыбалка, не надо было ничего вчера.
Лучше таблетки, две не есть, сразу вам говорю, не надо. Таблетки, я ел штугерон. Две таблетки могут меня убить. Сильные таблетки. Но не укачало вчера, даже мышцы не было. Тошнота или что-то. Что такое? У меня реально что-то хорошее сидит. Если не запах, то что-то хорошее. Все, 5 метров осталось. Сейчас увидим. О, он. Есть что-то там. А у меня их там две. Дуплет? Хороший дуплет. Так, там не выпади из глотки. Да я понял. Одна. Аккуратно. Вот как ты за морду закрутил, ничего себе. И второй. Вот такой хороший дуплетик. Я доволен пока рыбалкой. Как я морду закрутила, ты видел? Ага. Прям завязала. Узелок. Да. Вот такая пока рыбалочка. Главное не сглазить. По чуть-чуть ловим. Вот. Так же идем все. Не переходили еще никуда. Поклевывает, поклевывает. Я не скажу. Проскакивает периодически. Да, бывает мелочь такие грамм. По 800 по килограмму. Ну а так, в среднем рыбки хорошие. Вон идет хорошая рыбка. А, вон она бежит. Хорошая трясочка. Не знаю, не знаю. Да не должна. Открой рот. Открой, говорит, рот. Крючки. Осторожнее там крючки. А так хорошая у тебя, молодец. Красивая рыбка. Вообще зачетно. Нормально. Самая сладенькая, 2-3 килограммчика. Все, ну вот и я дождался поклевочки очередной. Сейчас посмотрим, что у меня там. Ну что-то там он идет, он белеет. Вот. Хорошая рыбка. Хорошенькая. Множество плава. А опять что-то с глазом у нее. Какие-то больные тут попадают. Дефектные. И вот такая рыбка у нас на борту. Что, заехали мы еще раз на точку. Вот. Снос у нас был всего лишь 160 метров, мы сами удивлены. За час где-то. Да, за час. Вот, по навигатору. Ну и поймали мы уже достаточно таких хороших экземплярчиков. Еще бы разок заехать, настолько же, и можно уже, наверное, к дому. Ну, можно еще разика два по столько же. Мы люди не жадные. 10 нам не надо раз, ну, пару раз по столько же. Норму взять и можно к дому, да, Славич? Да, было бы отлично. И вот на новом заезде Вячеслав опускает удочку. Поклевка, сход. И вторая поклевка сразу же. И что-то поднимает. О, достойная. Достойная трещинка, брат. Хорошая. Не зря ты крючки точил вчера. А, и пилкер зацепился. Да? Да. Пунда, то есть. Молодец. Хорошая, килограмма 4 биты. Ну, отличная рыбка. Приятно держать. Опа! Трофейная. А? Трофейная. Поперек, наверное, идет. У нас вчера такая же была поперек. Ну, думали, рыбина. А там килограмм на 7 и поперек. Понятно. Ну, хорошее время. Все равно рыбка хорошая, неплохая. Ну да. Ладно, удачи, поедем дальше. Давно у нас не было поклевочек. Очень давно. И вот тут у нас сходу по поклевочке.
2 метра, а то одна рыбка, оказывается, стоит. Ну не оказывается, пробивали все глубины, и вот у Слайка до этого были поклевки. Я все-таки вот там подумал, хорошая тут. Хорошая трясочка. Вот. И все-таки она рыбка есть. Вот, но немного, но есть. Рыбка хорошая. Надо подыскать. Искать. Да. Сейчас скоро мне уже подымать. Посмотрим, что у меня будет. У меня такое тоже что-то бьется нормальное. Вода прозрачнейшая. Также мойвы много плавает. Везде по всему Баренцеву морю она плавает мертвая. Так, ну вот моя рыбка подходит. Что? Ну, они крупные по сравнению со Слайком вообще. Ну, на самую сковородку. Ну, маленькая, надо бы покрупнее. Ну, отпустить не получится. Да. Ну что, дорогие друзья, значит, закончили мы на востоке Кильдина, обошли север, запад, рыбы нет, встретили много подписчиков, всем еще раз привет. Кому могли, подъехали, поздоровались, многие к нам подъехали. Решили пойти домой и попробовать половить на Летнинском маяке. Значит, в двух местах попробовали, ничего, в третьем у Вячеслава какая-то поклевочка. Сейчас увидим, что у него там. Я не удивлюсь, если мы поймаем, потому что эти наши точки спасали нас несколько лет, да, Вячеслав? Да. Но... 3 года подряд. Но... 3 года подряд. Ай-яй-яй-яй-яй. Но размерный ряд рыбы, конечно, удивляет. Вячеслав подумал, что на килограмм, а тут вот. Ну, пока есть. Да. Хотелось бы побольше. Летинский нас, к сожалению, не спас. Рыбы там не было. Попробовали, клюет. Вот такая маленькая трясочка. Поэтому треску изводить не стали. Собрались и домой. Время сейчас 4 часа. Парашютист падает. Вот если посмотреть. Вот. Да, реально падает парашютист. Что, не раскрылся, что ли? Я не знаю. Нет, раскрылся. Что-то второе падает. Не, там не видно. Погода сегодня прям вообще сказочная, просто загораем, блин, просто, вот, еще бы рыба поклевала, но все равно мы рыбки поймали, немного, ну, килограмм, наверное, около 80, нешкериной, нам достаточно, больше нам не надо, ну, хотелось бы 180, но пока хватит и 80, значит, завтра, если погода позволит, пойдем на рыбачий, попробуем там половить. Все, дорогие друзья, всем счастливо, всем пока.